что, малыши, купаться будем? Купаться? Шампунь вот такой вот будем использовать. Собачий. Рады? Буся вот не очень. А Донечка спокойно, как обычно. Вот, не любит купаться, совсем не любит. Вот какие чистые. Вот какие чистые. А кто на заднем плане лает? Вигуська наша лает, да? Тоже хочет. Все, мы чистые, вытираемся и играть. Сушиться. Ну и, конечно, куда прибежали чистые монстры? Мамка, ты давно не стирала покрывало. Надо постирать, да? Да? Ой, ой, как мамка обсыхает. Мамочка наша. А, все, побежала. Куда ты побежала? Ты куда ты побежала? Вот. Обсыхать побежала, да? Ай, ты умничка какая девочка. А Вигуська проверяет. Что это они мокрые? Да? Дыданька, дыданька. Бусечка, бусик. Бусик вообще не любит купаться. Не любитель он этих водных процедур. Он любит только в саду, в бассейне в маленьком. Купаться, отдыхать, когда жарко. Либо сам себе ямку раскопает. Я ему воды туда налью, и он там плюхается. Как чертенок грязный становится. Но зато счастье у ребенка, полные штаны, да? Да, ну что, обсыхать? Ну что, малыши, обсохли? Обсохли? Все? А, игривая собака. И ты обсох, бусеночек. А, бусесеночек. Вот они. Сухие, чистые, красивые и любимые, самое главное. Да, любимая. И ты любимый. И малышка Вега любимая. Да, ай, какая игривая девчонка. В хорошенькой юбчонке. Ну все, мы пока с вами прощаемся. Пойдем заниматься другими делами. Всем удачи и пока-пока.